В конкурсе было заявлено около 30 печатных СМИ и 25 телекомпаний. Оценивались информативность материалов, частота и профессионализм. Наша телекомпания снова вошла в тройку лидеров. Традиционно в конкурсе среди телерадиокомпаний телекомпания ФКТ стабильно занимает второе место. Это говорит о профессиональном уровне журналистов, которые освещают непростую тему, тему выборов, и об интересе данной телерадиокомпании к таким важным политическим событиям, которые проводились на территории Краснодарского края. В конкурсе печатных СМИ первое место отдано газете «Новости Сочи». В следующем году сочинцев снова ждет голосование. Страна выберет президента.